Друзья, привет! Сегодня еще один очередной выходной, весенний, и поэтому мы с нашей семейкой решили куда-либо отправиться. Если вы горожанин, либо человек, живущий в доме, у которого немного земли, вы, конечно же, не можете себе позволить держать мини-зоопарк, там, кроликов, кур, ну и всякой живности, которая необходима детям для того, чтобы они выросли полноценными гражданами нашего общества. И поэтому в окрестностях Риги разбросаны маленькие мини-зоо, о которых мы вам сейчас расскажем и покажем. Вот первый из них, например, вот такой. Называется он Брежи. Подержи камеру. Смотри, смотри, кто к нам переходит дорогу. Кольчики, чики там. Ника, смотри. Смотри, чики какие, глянь. Смотри. Я тебе открою даже окно, погляди. Видишь? Чика. Вот, то есть фишка в том, что вам не обязательно... Держи камеру, Лен. Фишка в том, что вам не обязательно иметь свой мини-зоопарк, а вы можете сравнительно за небольшие деньги приехать в Брежи. И сейчас мы узнаем, что это за небольшие деньги, сколько это стоит и стоит ли сюда ехать. Здесь, как у всех нормальных людей, можно и снять место для пикника, и покормить животных. За что люблю такие зоопарки, потому что в зоопарке можно и нужно кормить животных. А зоопарки, в которых ставят кучу надписей «не кормить, не трогать, не смотреть», это даже не зоопарк, а издевательство какое-то и над животными, и над детьми. Вот, смотрите, мы приезжаем сюда в 10 часов, и парковка заполняется очень существенно, и мест свободных практически здесь нету. Интересно, что ж тут такого интересного? Сейчас пойдем и это выясним. Ну что, страшно, что мы здесь были уже 12 раз. Мы здесь можем и 20 раз быть, а не только 12. В этом есть что-то плохое? Тут лялька едят. Тут птички будут, а потом колики. Птички. 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 Смотрите, какие карликовые птички. Глянь, какие маленькие. Иди сюда. Смотри, там морская свинка. Морская свинка в домике живет? Там дальше еще будут. Они не хотят кушать. Это петушки. Пойдем к тем, кто хочет кушать. Смотри, вот эти вот близко. Так аккуратно, чтобы они тебя не кусили. Какой красивый, да? Но они зернышки, они вряд ли будут морковку кушать. Не надо, они кушают. Это пошли дальше коликом. Thank you.
дает периодично. Прикольно, да, такие рога настоящие. Прям можно потрогать его. Давай. А большому теперь? Давай. А если со мной? Так, ну что ж, закончилось наше посещение Бреже, и поэтому подведем небольшие выводы. Итак, примерно сколько уйдет вам время в среднем с детьми, а мы ориентируемся именно на детей, это в районе от 40 минут до полутора часов. Ну, среднее час 20 возьмем, это время посещения этого частного сельского мини-зоопарка. Сколько вам обойдется стоимость? Стоимость вам обойдется в лайтовой версии 8 евро. Если вы хотите кормить всех животных и ни в чем себе не отказывать, где-то в районе 12-15 евро. Здесь также можно приехать с семьей и отпраздновать, например, день рождения ребенка, либо какое-либо другое мероприятие. Просто встретиться, посидеть с друзьями. И для этого у нас предусмотрено что? Вам дают мангал, отводят специальное место, где будет только ваша семья. И там можно праздновать день рождения. Это уже по договоренности. Но мне кажется, что это что-то в районе там 25-50 евро стоит такая полянка. На случай дождя есть навесы. То есть даже в плохую погоду здесь можно тусоваться. Из вау, на что сюда стоит приехать посмотреть, это семья оленей. Это очень прикольная фишка, когда можно кормить настоящих оленей в природе. Это прикольно. Забавные также у нас кролики, есть павлины, которых плохо видно, и, ну, как бы катание на пони, ну, такое ни о чем. Но, а? Енот, а мы его не видели. Там был енот, там иногда выходит. А, из новинок здесь еще есть енот, он иногда все-таки выходит. Вот, из приколов, у них есть такая акция. Елку после Нового года не выбрасывайте на улицу, а привозите сюда. Получаете бесплатный вход в мини-зоопарк. И как можно видеть, к этой акции присоединились довольно большое количество людей, потому что елки лежат до сих пор, и этими елками питаются олени. То есть у них еще есть какая-то социальная нагрузка. Приезжаем мы сюда уже раз, наверное, в 20-й, потому что это очень дешево. Это фактически в границе города Риги. И это прикольная вещь, когда вам не надо брать своих животных, а можно сюда приезжать на выходные и получать кайф и удовольствие от этих животных, а кормить ненужных. Вот. Поэтому мы, по-моему, показали вам новое интересное место. Локацию, точку на карте дадим. Находится это в Стопинской волости, в Валадзис, поселочек Валадзис.
От центра города это примерно 12 километров езды. На сегодня это все. Мы вам показали еще одно интересное место, куда можно на полтора часика заскочить с семьей, если на выходные в Риге заняться вдруг вам нечем. Конечно же, путешествие мини рассчитано на детские ощущения. Стоимость такого посещения будет порядка в среднем 15 евро. Ну, по-моему, прикольные выходные. В следующий раз мы посетим и другие места, о которых тоже вам обязательно расскажем. На сегодня все. Всем пока.